Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала! Сегодня впервые на нашем канале мы вам покажем электробайк. И вот вы видите его страничку покупки, ссылку на которую мы вам дадим в описании под этим видео. А также вы видите его цену, вот здесь на экране. 685 долларов США. Это недорого, как для такого модного ретро-красавца. Данная модель китайского электробайка называется MH3, производит ее китайский бренд электромото и велотехники GY. Сегодня будет его краткий видеообзор, и давайте сначала начнем с технических характеристик этого специфического красавца. По традиции начнем с его дальности хода и максимальной скорости движения. Итак, максимальная дальность хода данного электробайка на одном заряде батареи составляет порядка 60 километров. Максимальная его скорость движения до 75 км в час. Максимальная его грузоподъемность до 200 кг. В стандартном варианте, двигатель у него 3 кВт, но по просьбе покупателя продавец может установить двигатель мощностью в 1 кВт, или же в 2 кВт тут совершенно точно можно сказать, что при мощности двигателя даже в 2 кВт, при его весе ему уже не страшны никакие горы и никакой бездорожье, а при мощности двигателя в 3 кВт, тем более. Трехкиловаттные движки китайцы устанавливают на внедорожники весом в одну тонну, а тут 200-килограммовый электробайк, можете себе представить только. Данный электробайк имеет литиевую батарею, которая считается надежнее от свинцово-кислотной а еще производитель дает гарантию на весь электробайк в целом, до одного года. Продавец вам отправит все сертификаты на него от завода-изготовителя, а также гарантийные документы. Но тут, откровенно говоря, за отсутствие официального представителя от бренда GY в вашей стране, наверное маловероятно, что можно рассчитывать на какие-то технические гарантии. Ну вот и все, в принципе, об этом ретро-красавцы. Он, как видите сами, подойдет не только для взрослых, но и для подростков. Такой байк станет прекрасным подарком для вашего юноши и прекрасным стартовым вариантом обучения его езды на мототехнике. Тем более, что его максимальная скорость никак не 120 км в час, а значительно меньше. Да и вообще, любому взрослому человеку ездить на такой технике будет одно удовольствие, ведь на таком электробайке вы почувствуете себя настоящим байкером. И это удовольствие оказывается вовсе недорогое. Пересмотреть самые ходовые и самые продаваемые варианты электрокаров из Китая, а также получить ссылки на странички их покупок вам поможет наш сайт, ссылку на который вы видите на экране. На сайте мы собираем информацию о электрокарах и постоянно обновляем ее. Держим вас в курсе всех новинок. Всего доброго вам и выгодных покупок.